Coño. Se te tiene coño. Coño. Se te tiene coño. Ага. Вау, балаган будет сегодня, да? Да, развернул нас. Хорош! Очень красиво! Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Steam или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Не лети, не лети! В их сторону не езжай лучше. Ошалеть! Стой, по-братски! Итак, друзья, всем салам алейкум. Меня зовут Ахмед, вы по-прежнему находитесь... Бля, вчера играл в GTA-шку на сервере Краснодар. И так получилось, то, что задний номер каким-то непонятным образом у меня вылетел. Но я его нашел, вот. И я и ехал, короче, в GTA-шке рядом с гипермаркетом. И сзади какие-то проблесковые маяки, прикинь, загорелись. Вот, проблесковые маяки, но непонятные. И пришлось съебаться, прикинь, в GTA-шке. Нихуя, не смогли, прикинь, найти. Я в ахуе. И сегодня у нас очередной выпуск. Этот выпуск уже я не назову долгожданным, потому что его очень долго ждали, а потом забили хер. Это «Золотая молодежь Дагестана». В целом, ролик я так назвал, чтобы красиво звучало. Но «Золотая молодежь», когда говорят, в голову в первую очередь приходят вот эти папины, сыночки и так далее. Но по факту здесь будут просто люди, которые добились степени. А ну интересная идея, давай посмотрим. И могут дать вам какую-то мотивацию. И естественно, что они будут делать? На своих собственных автомобилях. И ну немножечко жарко будет, скажем так. Чтобы вы понимали, у нас было настолько много работы, и мы вот именно вот этот ролик, чтобы смонтировать, отдали другому человеку, и это не наш многоуважаемый мажорка Добро смонтировал, потому что если бы это был его монтаж, то ролик был бы вообще шедевральным. Но он тоже будет интересным. И, кстати, мажорка наш уважаемый чуть-чуть правки тоже сюда ввел. Имеется в виду, что-то такое в нашем стиле тоже присутствует. Я искренне надеюсь, что вам это видео понравится, и хотелось бы, чтобы вы максимально для себя уловили именно слова тех людей, которые у нас в сегодняшнем ролике. То закинулись. Есть вникните в то, что они говорят, потому что это люди, которые сами себе приобрели автомобили, там, может быть, квартиру и так далее. В целом, разное мнение послушать стоит. Кстати, чтобы вы понимали, в этом ролике даже есть цешка, которую я уже давно разыграл. То есть это видео снималось зимой, эта машина была у другого человека, который мне ее позже подарил. И после этого был вот этот весь розыгрыш. Это бомбер, брат. Цешка 63. Кстати, это первый молодой пацан, которого вы увидите прямо сейчас. Все, желаю приятного просмотра. Реально кайфаните с этого выпуска. Возьмите, хапнитесь вот этой мотивацией. Реально я вам говорю, что в этом видео присутствует энергетика мотивации. Это у нас золотой парень, по-моему, самый молодой в этом выпуске. Так, давайте зайдем. Это такая цешка 63-я. Она вам должна быть знакома. Хорошо, скоро выезжает. Шалеть ветер. Салам алейкум, брат. Алейкум, ассалам. Представимся, как тебя зовут, сколько тебе лет? Меня зовут Абу Муслим, мне 22 года. Абу Муслим, мы-то с тобой уже знакомы. Давай людям раскроем тайну про эту цешку. У нас, друзья, она уже в выпуске была в первой части про золотую молодежь Дагестана. Это бывшая цешка Мурика. Он на ней очень сильно исполнял. Но так уж сложилось, что ее выкупил Абу Муслим. И я вам больше скажу, здесь сейчас стоит новый руль. Это мой бывший руль. То есть машина была у меня в выпуске, и руль тоже здесь мой бывший, на моем старом CLS. Помните, брабусовский вот такой вот руль стоял? И получается, ее перешили. Ну, симпатично выглядит, прям машина стала новее. Но это руль от Ешки 63-212. А что можешь сказать про эту цешку вообще? Этот кузов нравится моей жене. Я машину взял больше для жены, чем для себя. Цешку 63 для жены, да? Жене. Все, давай, поехали, нам пора ехать уже. А сколько ты зарабатываешь вот в месяц, если не секрет? Ну, самый такой за последнее время прибыльный месяц был 6,5, ну, около 7 миллионов. А так в среднем... 3... Сколько? 3,5. Месяц был 6,5, ну, около 7 миллионов. А так в среднем 3-5. Машала, а что ты на цешке 6,3 ездишь, которая 2 миллиона стоит? Я же говорю, я свою машину продал, я машину взял для жены. Ага. Для ее любимый кузов, ну, нравится. Честно говоря, я удивлен, брат. Ты молодец, 3, взял 3, для жены машину. А у тебя какая была тачка? Знаешь, у меня был старый банан. Да, старый, который я сейчас разыгрываю. Точно такой же, только бордового цвета.
только не засади, я тебя очень прошу. Ух, блин. Сейчас опасно будет, братан. Это самое, я ремень тоже безопасности пристегнут, и в их сторону не езжа лучше. Это наши братья близкие. И я их очень люблю, уважаю, не хочу их расстраивать, понял? Ушел, хорош мужчина. Оу, мужчина. Не лети, не лети. Блять, я хотел что-то подобное выложить, что-то хотел подобное сделать на ютубе, блять, но просто вообще на целости моем не вариант, брат. Вообще, ебать, я сразу спалюсь нахуй. 63-й, да? Отморозок. Серьезный причем отморозок. Ты, блин, один день засадишь ее, брат. Я тебя очень прошу. Езжай да аккуратнее. Ты в натуре. В городе как можно вот так моросить? Неужели, блин, у тебя хорош. Нет какого-то чувства? Я не молодец. Знаю. Молодец. Ну же, аккуратно. Че там? Сейчас увидишь. Он говорит. Знаешь, что общего у мотора CLS и чернослива? Оба работают на цепи. ЖС болеет. Ориентировка на CLS дана. Для меня кое-что. Да тебе подарок от меня, брат. Серьезно, говорит? Что здесь? Давай его я угадаю. Здесь... Бахмановый. А Рахмановый. Шмотки здесь, брат. Честно, я увидел сверху чуть-чуть. Абас? Ашли. Ай, Сау. Оригинальная кепка Гуччи и худи. О. Тебе подойдет. Честно говоря, брат, не стоило. Реально говорю, не стоило. Стоило. Но... Премиум? Я знаю, брат, ты такой же, ты тоже людям делаешь подарки. Просто, мы с тобой, ну, не так прям близко общаемся. И мне, честно, вообще некомфортно сейчас. Нет. Реально, от души очень приятно. Блин, у меня такие... Вот там, знаешь, чувства, чем, я... вот, знаешь в чем он молодец? То, что посмотри, как аккуратно нативку сделали. Вот, очень аккуратно. Я даже уверен, что почему-то ссылки даже не будет в описании, знаешь? Я же говорю, ну вот, очень умно сделали. Посмотри, вы до этого хотя бы понимали? Вот, посмотри, просто у меня глаз понял сразу на такие вещи. Про очень умно, брат, очень. Радовался, я люблю кепки. Ты знаешь сам, у меня у самого сколько этих кепок. Именно Гуччи, но именно такой нет. Ну, примерю, посмотрю, реально от души, брат, спасибо большое. Пока что назад отложим. На, я руку пожму, от души. Смотри, мне тоже руку пожмите. Какую мотивацию можешь дать молодым пацанам? Вот ты сказал, тебе 22, да? Ты вот мой ровесник. Что нужно делать, чтобы вот взять, например, такую машину в 22 года? Вы мои братья. Мотивацию, ну я не знаю, самое главное верить в себя. Сейчас ха-ха было бы, если сказал мотивацию надо поднять. Это банально. Нет, ты заметил, каждый что-то придумывает, ну что-то реально достойное, интересное, какой-то продукт или что-то. Ага. Ну ему страшно, он думает, у него не получится или что-то. Что-то придумали, идите до конца просто. Ну, сам... ну а если не придумали, как это придумать? Любой человек, я думаю, перед сном лежит и что-то думает, мечтает. И по-любому вот из этих идей, которые приходят ему в голову, там половина, которые принесли бы ему что-нибудь, доход, там. Но он просто не делает. Просто даже и не делает, он даже не начинает, он боится. Ну, в общем, ты понял. Я-то понял. Тихо, тихо, тихо. Ошалеть! Стой, по-братски! Блин, ты в натуре отмор. Еще знаешь, в чем проблема? В том, что ты чуть-чуть не умеешь это делать, мне кажется, ну, по ощущениям моим, но ты все равно делаешь. Наверное, так же Че ты подал. За хуйню мне ответил чел билет. Хотите вот реально мотивацию вам скажу, вот такую вот правильную, какая есть. Того рот ебал, что бы вы ни пытались бы делать, если не судьба, хуй получится. Вот клянусь вам. Блять, я пиздец как верю в судьбу. Вот если не судьба, хуй что у вас получится. Того рот ебал, пацаны. Никто не знает, завтра может канал въебут, все, понял. И что делать? Пошел к своему делу тоже. Все равно газуешь до конца. Ладно, тебе от души за то, что принял участие, за то, что, ну, наверное, хоть какую-то мотивацию молодым пацанам дал, но ты, честно говоря, чуть, я думаю, борщанул. Настоятельно рекомендую не повторять мои действия, которые показаны в этом видео. Я подошел к этому с холодной головой. И больше ну, вот это не будет. Я говорю, фарт, брат. Не, боком закинь, один раз можно поворот, но вот так не морси больше, по-братски. Так, так. Это реально опасно, ты как какой-нибудь день... Я скоро, брат. Отцом стану, мне... Машалла. Думаю, я уже как-нибудь успокоюсь. Молодец. Тебя можно уже поздравлять, типа, уже... Ну, можно, да. Все, давайте руку тоже пожму. Итак, друзья, у нас такая небольшая рекламная пауза. Как вы знаете, с недавних пор я начал играть в игру Hustle Online. В этой игре вы можете стать кем угодно. Так. Пожарным, медиком, полицейским. Со мной там, видите, версия Hustle. Я не особо хотел снимать эту машину, но когда узнал, что она на ручке, то есть на механике, мне безумно захотелось покататься на этом автомобиле. Заходим внутрь. Так, салам алейкум, брат. Алейкум салам. А разве этого пацана не видел? Тебе сколько лет, брат? 23.
Просто посмотрите, да, друзья, как это четко смотрится. Ты не устаешь за рулем? Чуть устаешь, если честно, но оно того стоит. Ну да, на ручки базар. Помимо этого автомобиля, я слышал, есть еще другие, да? Да. Мы в золотой молодежи покажем все? Постараемся показать. Все-то не успеем, наверное. А, у тебя настолько много, да, всего? В 23 года. Ох, блин, веселая. Ошалеть. Смотри, Гамид, у меня к тебе такой вопрос. Чем ты занимаешься, расскажи. Гарлем, я сказал, что я твои донаты буду скипать. У меня два магазина одежды. Ага. Один на Кирова, другой на 26. Да, 10-80 это сейчас Гамидова. Гамидова, да. Еще в аренду за машину я. Угу. Вот, а я тоже в аренду даешь? Ее нет, это машина не для аренды. Что достанется машина, это уже снежный. Ну, я да. Же даю машину боком кидать. Угу. Я даю машину, чтобы они катались, наслаждались, получается. На второй, да? Ошалеть. О, как ее кидать? Аккуратно. Еще все это на ручке, это же так по кайфу. Ну, это по кайфу, но и тяжело тоже, с одной стороны. Если ты не умеешь, это очень тяжело. Она тебя просто викинет. Бля, на ручке удобно смотрит очень много молодежи. Вот какую мотивацию ты можешь дать, кто хочет добиться каких-то результатов? Фанацию базарить не буду. Надо, все, я так считаю. Просто надо делать. Хорошо, а если человек вот не знает, что ему делать? Ну, это уже... Давайте видос посмотрим, потом посмотрим. Как объяснить. По-любому, у каждого человека есть свое видение. Вот у меня магазин пустовал, работника не было. Я сам каждый день ходил на работу там и торговал сам, можно так сказать. Люди говорят, работы нету и работать не хотят. В этом прикол. Они хотят, сидя дома, получать деньги. Правильно говорю. Понял, работа... Ну, работы реально много найти, работы, если поискать. Много, да, таксисты. Я, например, таксисты, считаю, ты сказал, машина нужна, чтобы таксистам работать. Можно в аренду взять машину. Я считаю, что, например, тем же мусорщикам работать не зазорно, например. Я вот так считаю. Не-не, вот за нас да, вторая отсечка, да? Нормально, поднимает. У него тоже, видишь, закусывает руль в моменте. Ебать, она хорошо идет. И она шустрая, честно говоря. Да, такие эмоции шустрая. Дает, интересные. Но по-любому, на заметили механике будет пошустрее даже, чем на автомате. Да. Да. Ну, это видишь, кто как переключает, уже это надо уметь. Ну, здесь прям прижимает нормально. Прижимает. Ты просто здесь... Вот, например, ты ездил на М5, у тебя М5 на... Да. Здесь совсем другие ощущения. Она, знаешь, она такая большая, дурная такая. Да. Знаешь, М5 хоть и быстрее в несколько раз, но там не ощущается так скорость, потому что машина более-менее комфортная. Да. У меня тем более на родных катализаторах. А здесь за счет выхлопа создается такое впечатление, что автомобиль быстрее, понял? Да, здесь он прав. Знаешь, это как... О, ебать, интересно, на Равшане как будет слышно. Камера не передает, но мы вот так прям боком-боком ездим. Ладно, Гамид. Мы с тобой еще пообщаемся. Давай-ка мы сделаем. Так, это очередной персонаж. Она же, она продавалась, пацаны. Она продавалась, брат. Помните, она продавалась. Мы ее смотрели за Каспийский, да, вроде бы, за сколько-то. Вот это мне интересно посмотреть, аба. Мобили точно как у меня CLS, только немножко переделанный под Брабус. Вот, если как же ей не хватает диффузора, как у меня. Некрасиво что-то смотрится. Вот такие вот колеса. Роханы. Мишлен Пилот Спорт резина. Пора, наверное, зайти. Ассаламу. Красный салам, алейкум салам. Как дела, дебиль? Нормально, привет. Как у тебя жизнь так пошла, что ты на такой же CLS, как у меня, пересел? Я же блогер. Просто точно, как у меня салон. Год какой у нее? 15. Здесь вот такой вот карбон. Здесь вот такие вот о, на бенге. Элементы красивые. Салон, здесь салон. Тоже карбон. Тут Брабус написано. Она не заводской Брабус, брат. Купил как заводской. Тебя обманули, да? Обманули, бля. Понял. Тебе, брат, сколько лет? А сколько дашь? Ну, 30. 29. Спасибо. 39. 39? Молодец. Серьезно говоришь? Почти 40 лет. Офигеть. В целом, чем занимаешься в Инстаграме? У тебя есть благотворительность, ты часто собираешь деньги, сборы делаешь. Благотворительность, я вчера уже выложил ролик, что я завершаю. Почему? Мое время закончилось, дорога молодым. А, все, теперь да. Ты будешь чисто с собой заниматься. А теперь я буду заниматься хулиганами, преступниками. По-серьезному будем решать вопросы. Сейчас в первую очередь за людьми, которые шантажируют девушек, шантажируют
слабых людей. Базару нет. В общем, будем с притеснителем бороться в первую очередь и параллельно с проституцией в городе Махачкала и Дагестане в общем. Я понял, ты, короче, проституция будешь есть наводить там? Порядок, заниматься вот этим. Ну, чтобы я в общем вместе все будем наводить порядок. Но если от меня какая-то помощь, я тоже могу прийти помочь. Договорились? Какую мотивацию можешь дать молодым, которые вот не знают, чем заняться, хотят двигаться в жизни, хотят вот на таких машинах ездить? Как добиться вот таких результатов? В таких случаях я говорю всегда одно. Чтобы что-то получить, надо что-то отдать. Старайтесь на пути Аллаха, и Аллах вам даст то, что вы желаете. Полностью с тобой согласен. Я, знаешь, брат, такой человек, на которого посмотришь и скажешь... Вот, типа, далекий от религии. Ну, если по моему инстаграму, по вот этим моментам судить. Но я, брат, тебе как есть скажу, я последние 2 года ни один намаз не пропускаю. И спасибо. И честно скажу, только когда я начал совершать намаз, у меня начало что-то получаться. До этого вот что-то видите? Вот не так, вот это не идет, вот здесь не вот, ну вот этот момент. В целом про мотивацию. О, какой CLS красивый. Вот, стоит вот не было бы здесь капота. Аккуратнее. Нормально она тогда есть. 4,5-4 в этих краях. У тебя сколько на данный момент машин? 3 машины сейчас там. Вот история с бобиками там. Кирова, Калин. А когда я кайфовал? А ты кайфовал? Было время. 30 бобиков где было? Как было? Что было? Расскажи. 30 бобиков? Это все было в армии. Там просто с нашей стороны было 100 человек. Ага. Во, ну, который в армии это служит. Просто я пьяным переходил дорогу, проезжала полицейская машина, ага. Я ударил ее ногой, и оттуда начался бардак, короче. А 30 бобиков как приехало? Потому что твои вот с тобой, которые были 100 человек, да. И они за тебя топили. Да, они не отдавали меня этим. Хотели забрать меня в отдел. Нормально ты так тапочку даешь. Подожди, это 100% вот ты отвечаешь, что было 30 бобиков железо, приехал. Железо бетона там уже ОМОН подтягивался, чтобы ОМОН не забрал. 5 звезд, прикинь, в БТАшке. Чтобы не начали ломать, наших пацанов скручивать. Я вырвался от наших ребят и вот так руки дал. Я говорю, вот он я, короче, сейчас. Просто я все это время думал, что это шутки. Понял, ты то, что в эфире говорил, я думал, так, чисто. Не шутки, это просто я чудо-то. Накрутили. И последний какой-нибудь совет от тебя. Ну вот, как двигаться, что делать вообще по жизни? Клянусь, ну, вот я вот такой политик. Знаешь, сейчас я так скажу вам. Сейчас в наше время самая большая проблема и самый дефицит, когда мужчина держит слово. Просто надо молодым двигаться так, чтобы у них было свое железное имя. Но, извини, но нас женский пол тоже смотрит. А им какой совет тогда? Я одну, знаете, посоветую. Самая большая проблема. Все время говорят, это нормальных парней нету, не знаем, как решиться выйти замуж и так далее. Это самая наболевшая тема. Я так скажу, проверяйте своих парней или же с тем, с кем вы общаетесь, или за кого хотите выйти замуж. Проверяйте их на слове. Если парень держит свое слово, значит, он будет и ответственным в семье, и по ответственному подходу к этому делу. Дибир, спасибо тебе большое. Мы тогда пойдем дальше. Еще очень много интересных людей. Спасибо за то, что принял участие. Спасибо за то, что согласился. Давай, брат. Итак, друзья, давайте это следующий человек. Он вот на таком вот Ford Raptor, но это не единственный его автомобиль. В любом случае, сначала на нем поездим, посмотрим, что как. Но машина максимально интересная, по-моему, в полнейшей комплектации. Салам алейкум. Алейкум салам. Первый вопрос. Сколько у тебя автомобилей? О, у меня сапар. Сейчас 2 автомобиля. Это Raptor и МК. И М4. А новые, последние. Какую мотивацию можешь дать молодым пацанам, которые хотят чего-то сапар добиться в жизни? Каждый должен понять, чего он хочет добиться. Что для него является чем-то важным в жизни. И если зрители наши думают, что автомобили или деньги – это успех, мне кажется, это не настоящий успех. Потому что очень часто бывает такое, что у тебя есть все, а ты несчастливый, ты без настроения. Ты грустный. Да, но в начале же, когда ты только взял, только сделал, ну, счастье же какое-то бывает. Я тебе так скажу. Было время, когда я ездил на Приори, на 14-й. Я смотрю там на свои фотографии, я был каким-то молодым, крепким, стабильно ходил в зал. И иногда мне кажется, что в то время я был более счастливый, чем сейчас. Вот, хотя вот результатов... слушайте.
добился, сейчас больше. Да, но человек это такое существо, которому все мало, постоянно. Нет, сапар по факту. Привыкаешь к хорошему уже. И знаешь, я тебе так скажу, если спросить меня, что я сделал, чтобы чего-то добиться, нету определенного ответа, чтобы сказать, я сделал то-то, то-то, третье, много работал, много впахивал и добился. Че пропустил? В чате вот... Расскажи. Вот в чате обратно началось, а че номера снимают? Да вот против... Короче, рассказываю ситуацию в Барбаре. Я выхожу пьяный с девушкой. Стоят три пацана в форме. Ой, без формы, но они полицейские. Про ГТАшку. Там что-то пошел понт, и по приколу говорим, да там, блядь, мусора рот ебал, понял? Он говорит, нахуй ты так говоришь, я вот такой. Я говорю, так, блядь, плохих ментов рот ебал. Ну, так, просто там мы общаемся, брат, там. Типы говорят, я говорю, они говорят, понял? В штатском. Да не, просто так они говорят это, понял? То есть я не говорил. Вы понимаете. И говорит, нахуй ты говоришь? Я говорю, да оставь да эту суету, блядь. Он говорит, давай, говорит, блядь, сними номера, выйди, говорит, без номеров. Я говорю, ты что, долбоёб? Я говорю, вот мои номера, вот моя машина. Я говорю, я ее не имею права передавать. Вот, пацан садится за руль, и там еще три девчонки сели, мой CLS. Я говорю, вот они уезжают. Жопа есть, иди останови. Он говорит, нет, сядь ты за руль. Типы, вот ты зачем в чате? Вот ты зачем в чате поднимаешь этот разговор, что почему номера снимать? Да против таких, как ты, блядь, которые потом пойдут пацанов суканут, которые делают контент. Вот золотая молодежь Дагестана. Я себе хуй, что они будут дрифтить, я себе хуй, что они будут гонять и так далее. Потому что потом такие, как ты, поедут, заяву напишут, блядь, пацанов ебут, и они без прав будут. Вот против таких, как ты. Если таких, как ты, не было бы, то было бы заебись. Результат или я заебал. Умный, да, дрифчат кайфую. Потому что часто мы видим такое, что человек... Да без номеров я себе хуй, что находят, блядь. Старается больше, все, нахуй, чем я нервничаю опять. А у него не получается добиться чего-то. А человек, который особо прям ничего такого не сделал, у него получается. Просто в нужное время оказался в нужном месте. Я считаю, что нужно... Делай такие дела, которыми будет доволен Всевышний, довольна твоя семья, твоя мама, отец твой. Быть примерным сыном, примерной дочерью, братом, другом, стараться для этого. То есть просто так быть хорошим невозможно. Нужно делать что-то, нужно тратить свои ресурсы, свою энергию. Человек мечтает, создает причины, работает, пашет, себе в чем-то отказывает. Деньги откладывает, собирает опыт, покупает свою мечту, а эта мечта его покалечила или убила, что может быть еще хуже. Да. К примеру, давай вспомним нашего брата Саида Губденского, пусть Всевышнего помилует. Аминь. Вот со стороны кто-то смотрит, думает, вот МК, да, вот ему хорошо. Но он на этой МК разбился. Который новую и... купил, да. Мечту. И спросить его, хотел ли бы он быть сейчас на месте человека, который ездит на приоре, на обычной приоре. Но он живет, он здоровый, он рядом. Конечно, он хотел бы быть на приоре. Да. Даже пешком он хотел бы быть, лишь бы быть живым. Поэтому, если у вас сегодня нету машин дорогих или там много денег, это не значит, что вы хуже других, что вы не добились успеха. Успех для меня это когда есть мама рядом. Согласен. Когда она довольна, когда она говорит, я горжусь тобой, ты молодец вот в этом деле, в том-то деле. Я отца потерял в 2014 году, мне тогда было 23 года. Иншаллах, брою. Иншаллах. Я понимаю, что такое смерть близких. Ты по-настоящему начинаешь ценить тогда, когда ты глаза грустные, согласен? Полностью с тобой согласен. Я на тоже отца потерял 2 года назад. И да, есть такой момент, что если бы он был там, каждый день ехал бы к нему там. А я понял. Понял, забивал, не ехал, дела, мила, туда-сюда. И потом в день, когда у меня самая важная съемка, случилась эта трагедия, и мне пришлось самое важное оставить и поехать. И я сам себе говорю, типа, а вот же ты, блин, дела все бросил и едешь. Вот же тебе пришлось. А когда маленькие дела были туда-сюда, ты не ехал туда. А сейчас тебе самое большое дело, ты оставляешь там 4-5 миллионов сумма. И поехал туда, отложил. Мне мама говорит всегда, счастье – это отсутствие несчастья. Реально же, когда у тебя нету проблем никаких, это же вот. Да. Вот сейчас ты хорошую такую умную фразу сказал, честно говоря, я тоже задумался. Когда у тебя есть крутые, дорогие машины, но наступает какое-то несчастье, то ты несчастливый. Толку нету от этих машин никаких. Да. Полностью с тобой согласен. Я уже загрузился, знаешь?
Итак, друзья, это у нас не очередной персонаж, это снова Гамбит. И вот та самая эксклюзивная ЦЛА. Я хочу ее вокруг показать. Друзья, здесь 2 литра и почти 500 лошадей нового поколения мотора. Они с 2 литров с завода почти 500 лошадей делают. Сюда еще Stage 2 воткнуть, она вообще будет улетать. Просто очень интересный автомобиль. Охуеть. Я даже сзади его вам готов показать. Посмотрите, ЦЛА 45S. Мне надо, по идее, сюда. А вот за получится, да? Ух, блин. Это что за бомба, брат? Это что за бомба, скажи, да? 300 на спидометре на 2-литровом автомобиле. И это не прошивка, просто все с завода. Представьте себе, здесь вот так вот все регулируется. Здесь получается полный привод, правильно? Полный привод и дрифт-мод тоже есть. А, то есть можно отключать. Охуеть. И все, она боком едет. Ох, блин, вот сейчас меня заинтересовал этот автомобиль, честно говоря. Но минус в чем? Что у нее лепестки. Это вообще неудобно. А, согласен. То есть отсюда не вариант. Нет, согласен. Да. Слушай, вот это тоже здесь завода получается, именно вот такие, да? Все завод, полный завод. Так, это получается эксклюзивный автомобиль, в Дагестане такого нет. А здесь раньше, если Stage 2 или Stage 3 ставить на тачку, какую-то жертву удалять. Да, надо. На боком как идет? Да, ну, да, придется. С учетом да, того, да, что да. 20% отключается спереди. Боком-то она идет, но здесь стоит Michelin Pilot Sport 4S. А, и как бы тяжело. И тяжело, знаешь, то, что полностью перед не отключается, она и перед тащит, и зад тащит. Да, да, большая да. площадка. Вот расскажи о себе, Гамит, с чего ты начинал бизнес свой? У тебя, получается, 2 магазина, правильно? Они по-разному называются. Да. И там мужская одежда. Да, и там, и там. Вы в Хасавюрте покупали, здесь продавали? Да. Ну, раньше так все делали. Даже сейчас уже так делают, там в Хасавюрте очень хороший большой рынок, где можно покупать и продавать. Mm-hmm. Отец начал машинами. Друзья, ТВ, наши пацаны за столар проводят. Я уже, знаешь, вижу машину, я могу сказать, что крашеная, что не крашеная. Я хоть и не занимался этим, но у меня глаз набит на эти моменты. Я тоже машины покупал, продавал, сколько машин у меня, каких только машин не было. Как покупал, делал. Как Полина говорит, я разбираюсь в паре лет, и Кирилл идет в этом премиум качестве за 8 тысяч. И она говорит, смотри, Кирилл, как у тебя обувь 250 тысяч стоит. Вот, вот эти, помните, разноцветные. И также ему покажешь машину перевернутую, понял? Скажи, ты двигался, ты делал, ты работал, ты вставал по утрам, ты газ держал до конца. Конечно. Ты не ленился, ты не спал. Вот люди, я удивляюсь, конечно, людей, которые... А, у меня не... Ну, не, вообще не верят. Но знаешь, какой момент? Их можно понять. Потому что я на собственном опыте скажу, когда я видел у других, ну, автомобили подобные, ну, не было такого осознания, что это возможно. Когда я себе купил первую Е63, ну, и тогда я уже понял, что возможно вообще все. Все, понял, вообще все. Для меня Е63 АМГ была вообще, это знаешь, какой я крутой, какой я нереальный. Да ну нахер, да ну, я это смог сделать. И тогда вот появилась реально вера в то, что в этом мире возможно все. Такие ощущения были с Ешкой 210, с Армини машина в 19 году, я даю 500 тысяч рублей. Тогда здесь стоили 600 тысяч АМГ, вот эти 5-5. У нее был реальный 70 тысяч пробег. Выходил на улицу и представлял, что это моя машина. И тогда ты понимаешь, что ты можешь все реально. Я учился в ДГУ, выходил работать в Тереме, тогда Павлоня тогда назвался, если ты помнишь. Да, я помню. У меня была отцовская машина, я на ней выходил с 8 вечера до 8 утра, работал. Потом оттуда с работы ехал в универ. На первой паре спал, на второй, третьей уже... Нормально. Да, нормально было. Вот можешь представить, что вот, лишь бы... Ночью работал. Да, деньги заработать, вот так вот выматывал себя. Но это дает свои плоды. В любом случае, ты в моменте пашешь. Потом уже тебе потом легче, потом уже... Блядь, что-то мало суеты, видосе. А, Мурик тоже, давай посмотрим. Работы. Мне кажется, главное выбирать работу по душе. Знаешь, то, что тебе нравится именно. Не там, где бабок много, а там, где тебе нравится. Если ты будешь работать там, где тебе нравится, ты больше заработаешь. Потому что для тебя это уже не работа будет, а для тебя это будет просто удовольствие. Аккуратнее. Но она молодец, если что, китайки кинуть, кольца брать можно. Здесь сколько сил ровно? 400. 440. Ой, блин. Аккуратнее, аккуратнее. Не, она хорошо так поехала, таким пеньком, понял, такой? Под зад дала. Мы с тобой особо не прощаемся, потому что ты нам еще что-нибудь покажешь в этом ролике, правильно? Да. Все, давай переход делаю с головы. Так, друзья, а вот, а, это старый М4, видос, значит. Максимально симпатично, максимально красиво выглядит. А, это выглядит. Сапар, который этот не разбил. Мне, честно говоря, очень поняли, нравится. Да? Давайте зайдем внутрь. Очень красивая, брат, машина, честно сказать. Ты вообще любишь агрессивную езду? Я вырос на этом. Ну, агрессивная, как сказать, я не марашу по городу. Раньше бывало такое, но... Сегодня чуть-чуть можно. С годами ты уже мудреешь.
Нет, так боком давать, для этого и покупают эти машины. Но я делаю это так, чтобы не ущемлять других водителей. Чтобы аккуратно, и, чтобы да, никому не мешать. Нет, Сапар осознанный взрослый человек уже, брат. Более профессионально. Вообще, сколько стоит эта М4? 145 тысяч долларов. Карбон здесь какой-то особенный, мне кажется. 145 тысяч долларов? Красивый. Топ – это ковши. Да, прикинь. Ну так-то сидел, но прям... В Дубае, ты говоришь, катался на ковшах? Не-не-не, не на ковшах. Вот здесь сзади карбон, друзья, здесь карбон. Резина, по-моему, здесь не заводская. Да, ты как понял? Потому что попрыгала машина. На заводской она не прыгает. Я считаю, она прыгает из-за зацепа. Когда резина заводская по заводу, она не прыгает, она просто крутит. Понял? Если я дам в тапку... Она будет, да. Но на заводской резине, именно размеры, когда заводские, она не будет даже вообще прыгать. Это немножко раздражает. И, друзья, чтобы вы понимали, на этом автомобиле есть полный привод и есть задний привод. М4 бывает чисто с задним приводом, но это максималка, да? Да. Ты вот молодой пацан, у тебя бабок нет, ничего нет, но ты мечтаешь о такой машине. Что надо сделать, чтобы это сделать? Я тогда то, что отвечал, вот я делал именно то, что я там рассказывал. Любое хобби ты должен уметь монетизировать. Вот тебе нравятся машины, ты должен подумать, ну как сделать так, чтобы... Чтобы ты занимался любимым делом и в то же время зарабатывал чтобы деньги. Чтобы тебе приносил доход. Я считаю, что за машину держаться не стоит. Всегда в мире есть круче машина, чем у тебя. Одну продал, покатался, купил другую. Вот стараешься заработать даже на этом. Ты сам переключаешь, да? Да. Это она в стоке заводской все? Все заводское. Видишь, интерфейс меняется на M-мод. А, чисто MV. А вот это что такое вот это? Это датчик, который следит за водителем. Очень интересная штука. Вот, допустим, ты поставил на автопилот. Ага. Она сама едет сейчас, сама. Охуеть! Да. И она сама останавливается и сама трогается. Да, я знаю. Если ты в этот момент в телефоне сидишь, ага, она не трогается. Она видит, что у тебя. Охуеть! А вот я вам клянусь, я думал, это хуйня, чтобы пока. Я не знал это. Очень красиво! А фары как будто... Второй слишком пыли закидывает. Жалко, что у нас нету трека, на котором мы могли бы... Да, вот в Грозном есть... А он уже гаспарьер, он разбил ее в Сочи. У нас нет, то что было тоже закрыли. Нам негде гонять. В общем, Сапар, тебе спасибо большое за то, что он дал мотивацию. Мне кажется, людям приятно было тебя слушать. Надеюсь, нашим зрителям было интересно. Все, спасибо тебе большое, брат. Давай, я поехал. Мы только что заправили обе машины. Вот же он! Ага. Море в городе. Резину тоже вообще-то? Резину а, тоже он на своей эмке, бля, он ебашит на ней, перебашил. Он мне говорит, ты гость, когда не могу, когда оставить так. Да он ебануто ездит, Вася, это тип легенды. Хорош! Хорош! Посмотри, что он делает. Хорош! Стой, ой, блин! Какая у тебя была первая машина? Шестерка. Ага, у меня семерка. Это копейка самая первая. Шестерка или копейка, точно. Много было тяжелей. А если я приеду в Краснодар, ты организуешь, чтобы я снял ролик золотой молодежи Краснодара, чтобы они шум подняли, все, чтобы мотивацию дали людям? Будешь ехать, заранее скажи, я тебе тоже, как полагается, встречу и все организую. Все, газ. Короче, друзья, наберите здесь вообще много лайков, напишите в комментариях то, что вы хотите золотую молодежь Краснодара, и мы дадим газ. И вообще можно вот так вот по всем городам снимать, правильно же? А так можно даже, знаешь, как сделать? Допустим, ты приехал в Краснодар, просто молодые пацаны на аппаратах толпой куда-то, просто тупо в какой-то... Кортеджем, да, огромным, да. Все в бункерах без номеров. Все, короче, в любом случае газ дадим, если люди хотят это видеть. Цешка была 63-я, вот это вот перформанс. Это, которую я разыграл. У тебя, да. Друзья, смотрите, если что, вот этот ролик «Золотой молодежи Дагестана», чтобы ты тоже понимал, снимается с прошлого года. И самый первый человек на этой цешке, которую я разыграл. Эта цешка есть в этой «Золотой молодежи Дагестана». Понял момент? Да, и пока мы эту «Золотую молодежь» снимали, мы успели уже эту цешку, он мне подарил. Я ее, получается, оклеил. Что думаешь о такой езде в Краснодаре? Я как человек, я осуждаю такую езду. Вот как люди вот ездят вот в Краснодаре, там, дрифтят, на светофорах не останавливаются. Я дико осуждаю данную езду. Я вот езжу на приоре. Аккуратно. И меня ущемляют вот такие вот. Один CLS видел? Вась, это ужас. Я просто в шоках, жесть.
Мин сделали. То есть настолько долго. Это до сих пор на меня оформили. Да, да, да. Чтоб ты понимал, меня, короче, останавливают. Это вообще не мои штрафы. Я ее продавал чистую. Я ее продал. У нас в Дагестане как бы, да я ее все железно переоформлю через неделю. Остану, не снимай с учета. Я говорю, тогда все железно переоформлю. В итоге она также осталась на учете уже год. Я не знаю, сколько там налог придет. Штрафы уже пришли. А, не, на мост, на мост. 80 тысяч. И за то, что по камерам пришли штрафы. Как я докажу, что это не мои штрафы, да. Хоть я и говорил, что она продана. То, что не вовремя оплатил, 22 протокола на меня. Дополнительно, короче. Это приставы сделали, да? Просто так, из-за того, что я... Да, сейчас мы будем с этой темой разбираться, чьи эти штрафы я примерно предполагаю. У нас, чтобы вы понимали, друзья, чуть недопонимание получилось с Мурадом. В том плане, что он мне звонит и говорит, Ахмед, штрафы на цешке, оплати да их, там суета. Я говорю, я почему должен оплачивать их? Эту машину, получается, Мурат продал кому-то, тот кому-то, тот еще кому-то. Пятые руки попало. Попало, мне ее подарили, понял? И за штрафы, по идее, ты должен звонить тому, кому продал машину. И за счет этого момента у нас недопонимание получилось. Но я-то уже понял в конце то, что Мурат просто, ну, спрашивал, типа, что за момент? Потому что она же у меня. Я говорю, там штрафы есть, говорю, что, как делать? Говорю, кто что оплачивает уже на меня, говорю, повторно дополнительный материал вы составили. Никак не смог доказать, говорю, то, что этой машины нет у меня. Ни купли-продажи, нет, ничего, в Дагестане. Как бывает? Вот так вот документы отдал от машины, тебе заплатили, все, ты ушел. И ты ему просто говоришь, переоформи дауцу. Он говорит, да, железно дауцу переоформил. И все, и вот так вот по рукам проходит. Да, да, да. В итоге на одном. Поэтому, друзья, когда продаете машину, сразу идите, скидывайте с учета и все, не парьтесь. Сижурку оформил? Лучше так, а то штрафы накапливаются, потом тот теряется. Скажем ему, чтобы оплатил, он оплатит, и победитель сможет спокойно на себя переоформить, либо сразу продать автомобиль. Смотри, Мурат, я просто утилизал вот этот момент, у нас получился, потому что я разозлился. Я знаешь, на что разозлился? Штрафы там, что-то, понял? Ты еще не в настроении, не в духе, походу, был. Я говорю, какие нахер штрафы? Ну и у нас получилось недопонимание, но мы решили, на, брат, держи. Давай вот сейчас дадим на М1. На М1 машина стабильнее? Стабильнее, она не кинет сильно. МДМ когда включен? Так, 200 есть. Как думаешь, я смогу на ней боком дать? Конечно, сможешь. Смотри, никогда в жизни не садился за руль М4. Мне вот этот автомобиль больше по душе, даже так скажем, из-за того, что он вообще не капризный. Здесь рядная шестерка и турбина, все. Здесь нет вот таких V-образных разводов. Намного проще все. Папки не жжет, а намного. Да. Резину поменял, главное моста, фильтра, вот это вот вовремя менять. И ездишь в кайф, да? Да. Сколько такая машина стоит примерно? Я его взял за 4 миллиона. Давай ты дашь, потом я дам. И подписчики напишут, кто лучше дал. Я считаю себя лучше водителем, чем тебя. Он очень хорошо ездит. Нормально. Не, знаешь, почему не хочу говорить давать? Знаешь, как ты делаешь? Ты не можешь, знаешь, как ехать вот плавно, аккуратно, чтобы оно вот так бам-бум, вот эти вот, что попало, не было. Ты не можешь давать боком, не создавая дискомфорт пассажирам. Да давай сядь сюда. Аба. Первый раз в жизни я даже понял, машину же надо понять для начала. Или не надо? Надо. Смотри. В общем, Мурат, тебе спасибо огромное за то, что принял участие в «Золотой молодежи Дагестана». И если, друзья, вы хотите «Золотую молодежь Краснодара», напишите об этом в комментариях, а мы идем дальше. Раз, два, три. Так, друзья, это у нас очередной персонаж, но он вам всем знаком, потому что это Заур. Не знаю, что-то не вам поражает. Может, URL пойдем пострим, пойдем выскочим в город.